Всем привет! Представляю анонс и дату выхода второго сезона турецкого сериала «Красные бутоны». Продолжение нашумевшего турецкого сериала зрители ждут с большим нетерпением. Финал первого сезона получился очень насыщенным, интригующим и в некотором роде даже шокирующим. Уже стало известно, что съемки второго сезона начались. При этом дата выхода первой его серии уже определена. Также стало известно, что зрителей ждет скачок во времени. Мерьем окажется в тюрьме, где найдет настоящую подругу. Сейчас активно проходит каст на роль этой героини. По словам Алтунтай, именно новый женский персонаж станет одним из ключевых фигур второго сезона. Зрители ждут с нетерпением изменения в касте. Проект покинут сразу несколько актеров, но их имена пока не раскрываются. Вопреки всем слухам, Мерт Языджиоглу продолжит работать во втором сезоне. Поклонники со всего мира с нетерпением ждут выхода второго сезона и искренне надеются, что он их не разочарует. Премьера второго сезона турецкого сериала «Красные бутоны» состоится 30 сентября.